Сегодня мы поговорим о том, что мы берем с собой в дорогу для того, чтобы сделать наше путешествие более комфортным и удобным. Первое, что предлагает Тони Пироти, это travel. Это удобный аксессуар, который вам поможет иметь все под рукой. Мы часто, когда приезжаем в аэропорт, в некотором замешательстве, где лежит наш паспорт, где лежит портмоне с деньгами, где наши карточки, где билет. Сюда вы положите все. Здесь есть отделение для билета, отделение для паспорта, для вашего загранпаспорта, либо внутреннего паспорта, отделы для карточек, отделы для денег и нужных каких-нибудь бумаг и разных мелочей. Снаружи есть отдельный кармашек для посадочного билета. Это действительно очень удобно. Вы держите в руке, вы всегда контролируете все свои вещи. Вам не нужно бояться, что вы что-то забудете либо потеряете. Деловой человек не может поехать на встречу без визиток. И свои визитки очень удобно положить в элегантную кожаную визитницу. Это очень удобно. Но любая деловая встреча заканчивается обменом контактами. Полученные бизнес-карточки вы сможете удобно разместить в своей визитнице для чужих визиток. Вам будет удобно их находить, использовать в дальнейшей работе. Еще один аксессуар, который мы берем в дорогу, либо используем каждый день, это чехол для очков. Он достаточно твердый и вместительный не для солнцезащитных очков, но для очков для чтения очень подойдет. Еще одна незаменимая в дороге вещь для женщины – это чехол для драгоценностей. Сюда вы очень удобно можете разместить те драгоценности, которые вы хотите с собой взять в дорогу. Это могут быть серьги, кольца, ваши любимые браслеты, подвески. Когда вам нужно, положить любимые часы, все закрыть и положить вручную кладь. И знать, что они никуда не денутся, не пропадут. И удобно транспортировать, а иногда и хранить просто дома. Незаменимая вещь в поездке – это несессор. Он вам поможет удобно расположить вашу любимую косметику, лекарства и не только в одном месте. Куда же вам положить все нужные вещи вам в дорогу? Конечно, в дорожную сумку.